Там же толпы людей. Да, в сезон сплошное безумие. Но хочешь жить, умей вертеться. Просто герой, в толпе людей вертятся. Да-да, он крут. Смотри, черепушка, я принес тебе тостик с твоим любимым сыром Крик. Ой, бабуль, спасибо. Джонни, попробуй сыр Крик, это вкуснятина. Само собой, но у меня непереносимость сыра Крик, так что я, пожалуй, откажусь. Извини, мышонок. Джонни, нам нужно обсудить дальнейший план праздника. Ты что творишь? Если узнают, что ты человек, в пекло попадешь. Перестаньте, никто не подозревает. Наши перешептывания выглядят куда сомнительнее. Пора уходить. Пойдешь попрыгать в бассейн, потом скажешь, что потянул спину, и тебе надо срочно уехать. Хорош скучать! Уда, нырнем! Ой-ой-ой, спина! Я на спине! Нет-нет, он не то имел в виду! Садись на шею! А, легко! А кто кого сейчас завалит? Монстробой! Монстробой! А, ну ты попал, Джонни, пойдем ко дну! Увидим, мышка Мэвис! Ну что, хватит, прекратите! Что вы беситесь, словно вам по 40 лет? Бабочка! Не дрейфь, зайка! Штейны могут и бревно научить летать. Десантура! Ай-яй-яй, как нехорошо! Эй, кто это сделал? Как не стыдно, ведь дети смотрят. И совершенно не смешно. Джонни, твой грим! Ты же линяешь! Из воды, идиот! Нормально? Похоже, граф запланировал заплыть.